Всем доброго дня! Сегодня 20 апреля, а это наша теплица. Сейчас я вам покажу, что у нас интересного. Помидоры разных сортов уже сегодня ночевали в теплице без укрытия. Пора им пройти окончательную закалку. И через неделю они будут высажены в грунт под парники. Вот такие уже огурцы. У них уже пошел второй настоящий лист. Вот такие они. Немножко, конечно, ножка вытянулась, но это ничего страшного. Пора уже высаживать кабачки. Вот такие они уже, бравые ребята. Ну и пойдемте посмотрим на персики. Те персики, у которых была хорошая корневая система саженцев, видите, уже пошли из боковых почек молоденькие веточки. И на этом саженце. Этот персик приживается. Уже пошли неплохо листочки. Но тот, который в катке, вообще меня радует. Стремительно растет. Вчера пришлось его немножко разрядить. Убрала все веточки, вот такие молоденькие, идущие вовнутрь. Их было много. Видите, какая скорость роста. Ну и здесь. Вот он какой уже наш плодик. Сейчас я вам покажу второй. А второй-то, смотрите, из 4 плодиков. Вот такое бывает. Рассадка ранней капусты уже неплохая. Через неделю пойдет в грунт. Редиска уже выросла. Можно уже прореживать и добавлять салат. Пекинская капуста. В общем, все неплохо. Это вот руккола. Ее очень любят дети. Уже посмотрите, сантиметров 30. Вот приедут на выходные. Будет им вкусняшка. А теперь немножко клубнички. Вот такая она уже у нас красавица. Вот с такими зелеными ягодками. Всем удачи, добра, терпения. И пусть у вас все получится. До свидания. Ангел. Очень похоже на ангела. Мира всем и добра.